В Томске уже четвертый раз за неделю затопило центр города. Вода хлынула на проспект Ленина и скрыла проезжую часть. В городе уже отключали воду, прорывало канализацию и заливало несколько улиц горячей водой. Всему виной старые трубы, считают эксперты. Коррозии повреждена большая часть сетей. Срок годности некоторых веток истек еще 20 лет назад. Для капитального ремонта всей системы необходимы сотни миллионов рублей, которых в организации нет. При этом долг Томичей за жилищно-коммунальные услуги превысил миллиард.